В начале февраля ночной пожар в поселке Кузнецовка Уваровского района унес жизнь мужчины. Он был хозяином этого дома. На момент случившегося семья пострадавшего находилась в городе Уварово. В настоящее время назначено пожарно-техническое исследование. Предварительная причина возгорания – это неосторожность при курении в постели, связанная с употреблением крепких спиртных напитков. Жертвой другого пожара стала пожилая женщина. 16 февраля 2012 года на территории рабочего поселка Мучкапский произошел в одном из частных домов произошел пожар. В данном доме впоследствии был обнаружен труп женщины с признаками термического воздействия. По предварительной версии причиной пожара явилось короткое замыкание. В настоящее время проводится проверка в порядке статьи 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Пожар случился днем. Пожилая женщина проживала одна и, видимо, не смогла самостоятельно выбраться на улицу. Любовь Дичкова, Вадим Полосмин для рубрики «В рамках закона».